Вот, гляди, вот это фотоальбом. Вот тут и вся моя жизнь. Вся. О, смотри, мне здесь и 3 месяца. Не похож. Конечно, не похож. Это же не фотка, а чертеж. Ну, тогда у нас фотоаппарата не было. А мамка у меня на табуретной фабрике работала чертежницей. Табуретки чертила. Вот, решила меня на память начертить. Поэтому я здесь сильно на табуретку похож. А, это, вот это уже фотка настоящая. Это мне 5 лет, я в садик иду. А времена тогда тяжелые были, строгие. Один садик построили. Главное, недалеко от дома, в соседней деревне. Да, всего 15 километров от нас. А я ж парень боевой был, я без рогатки из дома не выходил. В курей, в козлов, в пионеров стрелял. Ну что, отцу надоело меня крапивой стягать. Он мне детский садик и определил. Детский садик по тем временам престижный был. Строгого режима. И вот бабушка, как светать начнет, она меня растолкает, разбудит, отведет на самую опушку леса, покажет палкой самую чашу и говорит, иди, там садик. И главное, все время в разные стороны показывает. А я всегда доходил. Кругом тагадры муча, медведя, волки, я их не боюсь. А чтоб волки меня боялись, я иду и песню боевую пою. Гайдар шагай впереди. Ух, волки Гайдара боялись. Вот это уже школа пошла. Это 3-й класс. А где я? А, вон, в том углу стою. О, 7-й класс. А где я? А, вон в другом углу стою. 8-й класс. А где я? И ни в одном углу меня нету. А, я же не в углу, я в кружке. Умелые руки. Ну, вон, и в самом центре моего лица, правда, не видно. Затылок только, и рука учителя за трещину мне дает, сука. Ну, что, мы же тогда хотели коммунизм за 20 лет построить. Учитель хотел, я тоже хотел. И из пластилина вылепил коммунизм. Не за 20 лет, за 1 урок. Здоровый такой коммунизм длинный. Это я уже в армии. А, батальон наш. А где я? А, на Гауптвахте. Или в самоволке. Ну, тогда же оттепель была. Я вот так и служил. 3 суток в самоволке, 3 на Гауптвахте. Поэтому с армии вернулся весь в медалях ордена. Я их у одного офицера в поезде купил. У немецкого. И из дружественной ГДР. Кресты в основном. Дома дед эти кресты видал, меня к расстрелу приговорил. 3 раза водил за баню расстреливать. Я говорю, откуда же я знал, что он немец? Мы же оба все искупьянные были. Тогда дед признал мое пьянство алибью. Достал 1/4 самогона, а в моих крестах 3 дня по деревне шастал. Партизан искал. Вот свадьба моя. Зинка моя. Теща. Мать ее. Отец. Дед с ружьем. А где я? Фотограф хренов. О, он же их выше пояса взял. А я-то ниже. А Зинка у меня молодец. Она тоже на лесофабрике, как мамка работала. Ударницей комтруда была. Ее за это в Монголию услали. Она месяц монголов учила. На табуретках сидеть. Ну, вон, гляди, она с каким-то монголом в обнимку. Собака.
чужого монгола в семейный альбом. О, глазки узенькие, морда во. Погоди, у монгола уши мои. И спинжак. Так это ж я. Ну, вспомнил это. Когда зимку обмывали с возвращения, видишь, гуляли 3 дня. Смотри, как у меня рожу раздуло, глаз не видно. Ну, а что мы же, ребята, боевые были? Вот мы, как дружиней, пойдем, повязки красные нацепим, выпьем для храбрости и идем ловить друг друга. А нам за это отгулы. Вот тут есть фотка, меня там вообще не узнать. Потому что я там в галстуке. Ну, это точно я. Я каждый месяц соцсоревнования выигрывал. И за это мою фотку на стенд. Лучшие люди района! Мы с ребятами это дело обмоем и домой. А там по дороге вытрезвитель. А у них свой стенд. Они позорят наш город. Смотрю, через 2 дня фотку с того стенда на этот приклеили. Фотограф, сука. Где, чтобы сразу 2 фотки сделать. Ой, это что за фотка такая? О, а что это я здесь окудравый? Я кудрау никогда не был. И главное, фотка уже вся зеленая. Я в овальчике, узоры кругом. И надпись «Онни доллар». Тут это ж заначка моя. Ну, заначил, забыл куда. Ну, теперь месяц можно жить. А вот это самая последняя фотка. Самая любимая. Самая дорогая. Юбилей мой. 51 год. Как меня поздравляли. Какие слова говорили. Обнимали, целовали в засос. И где это все? Ты, на фотке-то не видно. Фотограф засветил. Белый лист, будто и не жил. Вот фотографы, паразиты. Всю жизнь мне испортили.